вник в это. Это вне вашей компетенции, вне вашей судьбы. Понимаете? Шляпман пришел к нему в комнату. Мне по секундам мои друзья рассказали, как это было. Он сказал: Игорь, там такая заваруха. И в этот момент в комнату вошел Игорь Малахов. Вот в чем дело. Это совершенно была профессиональная история. Она Игоря выключила из этой любовницы, как вы говорите, или кого-то еще. Он вышел на разговор. Он вышел перед своей 107-й, и началась история. Он зашел обратно, и потом он уже вышел на конфликт. То есть это было совершенно вне вот этого женского... То есть у Ирины не было шансов предотвратить конфликт. Я здесь не соглашусь. Я не соглашусь с этим. Если бы она показала ребенка, то Игорь бы начал с ним общаться, с ребенком. Ну, сюсюкаться и так далее. Да, вы правы. Он не пошел. Возможно, Ирина с ребенком задержали. Задержали бы, я сейчас договорю.